Привет, друзья! Сейчас мы сделаем обзор на следующую вещь. Это пайта, теплая черная пайта из Китая. Давайте откроем упаковку. И посмотрим на нее. Итак, вот пайтец с капюшоном. Так, вот что-то написано. Сейчас постараюсь положить, чтобы было видно. Так, видно. Ну, что это означает, кроме того, что написано made in the USA, East 1989. Ну, в общем, кому интересно, узнает, о чем тут написано. Мое дело показать. Мне что понравилось, вот эти вот на концах металлические пумпочки, как их назвать. Ну, в общем, придают они такой вот изысканности небольшой пайте. Далее капюшон. Тоже по материалу. Материал такой обычный. Наверное, синтетика, но очень мягкий, нежный. Надеюсь, хороший. Написано фирма. Obey. Не знаю, как точно правильно читается. Размерчик. На вид, я вот честно скажу, вроде размер совпадает. Я не знаю, вот, конечно, не себе брал тоже. На концах так вот, стандартно для пайт всех. Вот, утеплительный флис такой. Очень приятный, мягкий и, думаю, теплый. В принципе, все. Сейчас еще, может, с этой стороны. Так, карманы, да? Карманы есть. Вот, для рук положить, согреть. Ну и с этой стороны тоже. Такая теплая очень. Не, вряд ли замерзнете. Хороший вариант носить там под джинсы, под кроссовки. И достаточно теплый. Все, спасибо за просмотр этого обзора. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, лайкайте. До следующих встреч.